Первая «Ласточка» отправила сегодня из Тюмени в Екатеринбург. Так называется новая скоростная электричка. Она состоит из 5 комфортабельных вагонов. В них предусмотрены удобные сидения, климатические установки, биотуалеты и двери с пневмотормозом. Управляется все компьютером из кабины машиниста. Пока «Ласточка» будет ездить в столицу Урала только раз в день. Но уже есть планы по увеличению количества рейсов, скорости движения и даже направлений. На первом этапе будем считать это пробными поездками. А с учетом того, что в наступающем году мы отремонтируем на этом направлении около 80 километров пути капитальным ремонтом, естественно, будем идти на ускорение. Тем более, что данный подвижной состав позволяет ездить с более высокими скоростями. Сейчас обсуждается аналогичный поезд в сторону Ишима. Мы смотрим, сколько, возможно, пассажиров заберет этот поезд с действующих поездов. Возможно, что до конца года мы примем решение о введении соответствующих поездов.